Добавлю, что проект регионального бюджета прошел и публичные обсуждения. Сейчас представители общественности комментируют принятый документ. Отмечают, раз расходы на образование, здравоохранение и социальную политику остаются высокими, значит, и у флагманских проектов молодежной политики есть перспективы развития. Такие проекты, как «Моя идея», «Цех», где поддерживаются инициативы молодежных сообществ, они будут дальше реализовываться. Плюс мы видим, проект «Национальная культура» будет поддержан, поэтому и контора «Пароходство», и «Космос» готовят программы развития творческих сообществ и креативного мышления.